Так, здорово всем еще раз, ребят. Точнее, сегодня это первый раз получается. Рус Брейн Кап у нас на горизонте. Так, кореец Монг здесь есть, говорят. Ну что же. 48 челов подтвердили свое участие. Короче, не слабая такая движуха идет, ребят. Сейчас Юра сетку сделает, по-видимому. Так, только что 48 было зачекиненных участников. Сейчас 47 что-то осталось. Извиняюсь. Привет всем, ребят, только поел, только вот встал недавно, я вообще, если честно. Естественно, я не буду участвовать. Кореец Монг, говорят, тут подрегился. Ну, кореец это в любом случае очень мощно. Так. Сейчас узнаю, скоро ли сетка будет. Скану денег, я не, понятия не имею, кто это такой вообще. Если честно. И почему тогда хрена не зарегились?
The Old не зачекинился, я так понимаю. Так, все, сетка готова, что ли? Давайте-ка откроем ее тогда. А, вот она. Ну, мне надо узнавать еще, кто есть кто в данном турнире, ну, и вообще, в принципе. Ну, будем смотреть, короче. Гарриныч, это Not For You, я так понимаю. SPX, помню, наш игрок тоже. Lancer X, это Must. СРК, это украинский игрок. Человек тоже украинский. Браток. Остальных надо смотреть, как никнеймы написаны, просто без понятия. Монг, вот, смотрите, кстати, тут появился. Ну, норм. Буба это экс. Я видел, какой-то экс сидит на канале на батле, но я что-то сомневаюсь, что это экс-экс, который из Питера. Может, под его аккаунтом кто-то, я хз. Так, ладно, здесь закрываем, и пока что все. Я закрыл-то, блин. Так, извиняюсь, сейчас может лагнет, ребят, потому что браузер закрыл случайно со всеми вкладками. А, это настоящий все-таки экс. Ничего себе, тысячу лет не видел. Ну хоть, может, здесь увижу. В плане игр. Так, теперь нужно куда-то пропасть. Давайте Монго посмотрим. Надо написать им. Так, Тарсон думал, что там... Тарсон что-то не смог зарегиться, походу.
Это что было такое? Так, давайте прыгнем к братку пока. Конечно, во втором Старкрафте в этом плане попроще все-таки. Тогда пока к Паше я заскочу, ребят. Всем. Не, ну то, что 3D U3 настоящий, я не сомневаюсь, блин, прямо погружение в прошлое какое-то. Здорово всем, ребят. Вот братюня против Экса уже играет, Буба. Вот, Буба говорит, не знаю карту эту, сейчас я, погодите, сейчас я вебку настрою, потому что на ремастере надо по-другому ее размещать немножечко, не как во втором Старкрафте. Вот здесь есть самое место, по-моему, в прошлый раз выяснил я. И текст куда-то надо немножечко. А, текст вот сюда, я вспомнил точно. Вот так вот я ставил. Все, ништяк, чё. И тогда будет видно продакшн. Я еще буду разбираться, что здесь и как. При этом все. Кто у нас кто? Браток белый, вот он, браток. Видите, это какая у нас карта? Это аутсайдер же карта, да? Да, это аутсайдер карта. Что-то мне кажется, гонят пацаны, что не знают. Аутсайдер-то еще, ну, древняя достаточно карта. Поэтому должны на самом деле шарить. Ребят, я не знаю, я пока Twitch не врубаю, просто потому что у нас ведь еще и этот киллер против Бису будет матч на ASL. Я вот думаю, что переключусь в какой-то момент туда, с этого турнира, как бы потом сюда вернусь. Хотя, с другой стороны... Хотя, с другой стороны, так как-то может... Не знаю, короче, надо разбираться. Но ASL скоро кончится, на следующих турнирах как его не будет он мешать. Вот. Здорово всем, здорово Кирилл еще. Да я не сомневаюсь, что навряд ли здесь есть смурфы. Короче, этот, как его... Просто что я хотел сказать, что первый турнир данный, и получилось, что называется, хайпануть маленько. Призовой фонд уже больше 50 тысяч, сука, 52 рубля. Еще чуть-чуть и штука баксов это будет, собственно говоря. Ну так я бы сказал, неплохо для еженедельного турнира, да? Совсем неплохо. Так. Это Экс у нас фиолетовый, барак снизу, ДПОшечка газ начал добывать у братка, примерно то же самое, только барак в стенке. Еще одна ДПОх пошла. Причем у Экса статистика там была какая-то такая, ну на самом деле, побед меньше чем поражений на аккаунте этом, но видимо там просто не парится он особо.
Я не думаю, что с его старым уровнем можно вообще тут... Сейчас играл тоже 4 игры на этом аккаунте, и там 4 выиграл, или 3. Ну, то есть... Так. Марик застрял. Пустите гандоны меня, говорит, рабочим этим. А то расстреляю. Ну, брат только пришел и ушел. Лак только заказ на барак полетел. Не думаю, что Бубу там кому-то мог напроигрывать 30 раз там. Я вообще не то смотрел. Но мне еще предстоит разбираться в ремастере. Почему? Потому что... как статистику смотреть, как здесь что, в принципе. Я помню стандартные команды, там, Wisp, W, там, в личку писать, там, или... на R отвечать. Вот, правда, как никнеймы здесь указываются, как в Battle.net или как вот здесь. Потому что здесь на... вот здесь не посмотреть. Здесь Павел Браток, а... в чатике-то канала турнира Братка не такой никнейм был. Так, барак вперед, тут Братка летит. Здесь три Марика мы наблюдаем. Браток, простите, барак от Экса летит вперед. Ставит он ЦЦ-ху, ультурку одну подстроил. Так, а куда тут? А, бункер решил заказать. Ну, почему бы и нет? Здесь тоже ультура готова. А тут необычный билд от Братка, обратите внимание, сейчас идет. С одной стороны, этот билд достаточно опасен. С другой, если просто разведка есть, то достаточно поставить инженерку, и все, в принципе, это контрится как бы нормально получается. Так, старается цеха у Буба готова. Пошло арморен. То есть это будет Голиаф, и сейчас один танкует. Поначалу Голиаф и сдержит, конечно. Поначалу Голиаф и сдержит, но... здесь делается апгрейдик на невидимости. Поэтому врайты могут, в принципе, здесь и подрешать, как мне кажется. Так, а у нас же все туры бо 3 получается, да, на турике, на... изначально. Врайты и Академия пошла для сканов, соответственно. Пока ЦЦ-хи у Паши нет. Что-то, ребят, как-то вчера я тоже на Эльке выехал прокатиться, что... с горлом совсем жестко у меня. Чувствую, что заболею, походу, сегодня. Уже окончательно все не мог, не мог. Так, проблемы. Нужна инженерка. Нужна академия, чтобы сканить. Шеврайты иначе задолбают башку здесь полностью и целиком. Но ЦЦ-хи у Буба 2, в принципе, поэтому установиться можно на самом деле будет от этого удара. Вот здесь галик на мэне. Если у одного врайта инвиз кончился, то все, он в опасности. Браток ему летает, соответственно, сразу же. Ну, Голиафа бесполезно атаковать одним врайтом, тем более. То есть он тут быстро справится. Академия заказана, инженерка делается, все делается. Рабочие строятся, все нормально, в общем-то. Сколько энергии остается у нас? Одна энергия здесь и 10 здесь. Ну, все, можно и нужно туреточки добавить сейчас. Но я бы сказал, что... да, проатаковал здесь браток. Но больше ли у него сейчас будет рабочих, это еще вопрос. Потому что тут ЦЦ-ха вторая только готова, вот она полетела. А Буба все это время строил с двух ЦЦ-х рабочих. К сожалению, в ремастере здесь сделали так, что ну не видно статистики по рабочим отдельно от боевого лимита. А жаль. Вот. Я надеюсь, они все это грейданут потом. Кстати, построился дропшип.
Дропается ультурка и три марика, но сейчас один галик расчехлит просто всю эту бригаду нелепую, если честно. Но несколько рабочих браток, видимо, убьет. Понял, Кирилл. Ну как ты понимаешь, мне за стейком и вискарем никто сбегать не может пока, поэтому постримим, а там уж вечером посмотрим, что будет. Так. Продолжает браток карасить, на халде здесь прилетел, смотрите. Есть уже скан у Бубы, начинает он сканить и галик с ренжом или без, не пойму я. Опа, а вот это неприятно. Совсем неприятно. С такой парой мы начали турнир, а тут такое дело. Блин, а ведь в первом StarCraft нет возможности, соответственно, восстановить игру, как во втором из реплея. И это очень печально. Потому что сейчас по лимиту X+, например, его дропают. То есть он выход делает, который там нечем отбивать. Но его напрягают галики, но... Опа, вернулся Бубу в игру. Это просто отлично, на самом деле. Здесь он контролит ли. Так, здесь танчики прилетели. Хватит, все едет. Танчики это хорошо, но здесь выход-то идет. Здесь всего один танк, то есть на вторую базу можно абсолютно спокойно, как по мне, прийти. Ай-яй-яй, под танки галики идут. Надо их вот сюда заводить, чтобы они встали нормально на халдешнике. Браток сам пытается уехать, здесь танчики на КГ есть. Ну что-то у Бубы рабочие все потеряны практически на второй день. Надо бы как-то было вот сюда, видимо, или в газ отвести туретку. Видите, не прикрывает от брайтов. Повторка имела смысл перелететь бы, но не перелетел Бубец. Отдал повторку. На мэне туретки нет, это очень плохо. Зато братку цеху прогнал, сейчас он строит в другом месте. Танчик один остался тут у братка, надо дропнуть под него танк просто и все, по-моему. Так, два гала возвращаются домой. Все, КСМ-ки поехали, Голиаф начинает с врайтами бомбиться. Один врайт остался, это смешно, на самом деле, один врайт надо отвезти, здесь рабочую сюда перевести часть. Все, врайта разбомбили Голиафы. Браток здесь спускается, ну здесь у Бубы и достаточно всего. Здесь бараком прилетит, вижен от него поставить нельзя. Или можно поставить? А, точно. Два раза же нажать можно на, например, вот так вот. Оп. А здесь есть. Вижен видит Бубу, где браток начал минералы посасывать. Заново. После прогнанной вот этой ЦЦ-шки. А, лететь дропаться, соответственно, я так полагаю. Ай, ну здесь с ХГ пришел браток танчиками. Но Буба 4 галика дропает. Смотрите, как четко. Танки просто 3 штучки минус. Очень неплохо. Вот, а нет, этого не добил. Надо было добить, не надо было даже с ультурами, наверное, перестреливаться. Здесь на туретку прям можно прилететь. Нужно увести дропшип. Дропшип попытался увести, но не, он не улетел, к сожалению. По рабочим Голиафы атакуют. Ультура атакуют. Минки готовы. Как же минки бомбят жестко. Нужно еще один сюда дроп пытаться сделать, иначе, мне кажется, ничего хорошего не выйдет. Тем более здесь осаду сейчас может браток снять, один танк всего остался. Так, минку Бубу там зашатал, здесь танчик один, туретка есть, все норм. Прикрыто, разница по лимиту несущественная, я бы сказал 74-66 сейчас. Танк браток все-таки выбил с хайграунда. Здесь двойной дроп. Галиков Паша будет минировать, естественно. Вот он минирует свою ультуру, одну взорвал. Но это не страшно, на самом деле.
А эти куда, ребят, летят? Прям на мейн к братку? Кстати, на мейне это у братка только культуры, они вообще не смогут танки нормально отбить, я вам признаюсь честно. А, ну бы сюда полетел. Так а здесь ничего не происходит. Такую осаду небольшую взял. То есть здесь не полностью заполненные медиваки были. Здорово, вот у нас, здорово всем, пацаны. Здесь было, ну, то есть 4 голиафа, 2 танка могут переводить эти медиваки, но перевезли, что смогли. А вот сейчас уже после этого заезда в ультурок у братка как-то по лимиту преимущество начинает становиться серьезное, по-моему. Браток, надо загружать все медиваки, пытаться подлететь. Так, от братка тоже дроп двойной, кстати, идет. Здесь на ХГ танки нормально валят. Вультуры просто не могут уйти. А это куда? В тыл полетел дроп. Да, кстати, вот эту слепаску-то выбить нормально может быть. Здесь полных 3 дропшипа, я так понимаю. Здесь прилетает у нас браток. Губа идет сюда помогать выбить это все дело. Ну и выбил нормально, что. Ну вот он не видит, что у братка где база есть. Вот единственный минус. Одну про вот эту знает, а про вот эту, например, вообще нет. Сам третью собирает заказать. Но это минерлонный третья, так что... Тяжеловато будет. Но зато не дает по земле ходить к себе Буба. Вот благодаря вот этой осаде. Так, одним танчиком хочет понапрягать здесь. Но летит уже ему... Ай-яй-яй. Приятного мало, но здесь вультура есть. И она выбивает миночкой танк. Не получилось здесь понапрягать одним танком. Но зато здесь уже, смотрите, здесь уже новая такая подстроена армия. Минерлонли пошло. У братка он залетел за это минерлонли на газ, как бы получается. Еще и туретками пытается блочить все. Нужно лететь куда-то и что-то пытаться сделать, видимо. Так, нашел Буба, где у братка минерлонли в итоге. Убивает все просто на муве, танчики сиджатся. Так, галиками можно ЦЦ-шку проводить хорошо, и я бы сказал, бы даже надо ее забирать. Плюс 4 галика, очень хороший дамаг имеют по ЦЦ-хе, смотрите, как она уходит просто. Сейчас она уже начнет гореть. Браток в это время ультурами опять заезд какой-то собирается что ли сделать. Похоже, что да, снял осаду сверху, кстати. ЦЦ-ха ушла, но еле-еле она ушла. У Буба тут минерлонли. 193-125 по лимиту. Да, отстает Буба, но в принципе это не проигрыш пока. Брат, как здесь атака какая-то. Опа, 4 танка здесь пошло. Буба сидит. Снизу еще танчики тоже есть. Надо подвести бы галиков сюда. Галики идут. 2 танка засижено уже. Браток укусит именно танк. Пытается вплотную подойти. Да смотрите-ка, все норм, здесь отбился. Прилетел назад частью. Ну надо подстраивать еще. Посмотрите, надо подстраивать. Здесь началась добыча. Как бы газ есть, здесь ЦЦФу можно поднять спокойно. Вот у нас культура заезжает. Ну, в принципе, прям рядом танки находятся. Нужно ли вообще улетать сюда? Так, танчики выходят. Буба дропается прям под культур. Хорошая работа, я бы сказал, вот этот дроп. Танчики здесь все спреют быстренько. Ультуром нормально не проехать. В итоге лимит вообще равный становится сейчас в данный момент. И нужно куда-то действовать, куда-то дропаться сейчас. Буби у братка
Здесь минералы добывать, здесь СЦФ тоже прилетел. Два газа таскает, чтобы газа больше было. И вниз спустился сюда, но вот здесь-то до сих пор уязвимое место. Тут если сюда хороший дроп сделать, то, поверьте, здесь все можно выбить еще. Четыре медива... Четыре дропшип. Летит. Так, я бы сказал... Не, ну, я вижу, что, учитывая, что Буба на равных еще с братком сейчас катает, значит, он тренится, немножечко поигрывает хотя бы и... Да и получается у него норм. Вроде как. Так, опять под Mineral Only дроп идет. Куда он пойдет? Сюда прям? Да, пошел дроп. Танчик реагирует. Ой, минка неприятно. Как же она дамажит сильно минка в таких ситуациях. Один танк, но убивал просто нереальное количество юнитов там. Губы. Браток летит вперед дропом. Тройным, кстати говоря, надо фокусить бы медиваки, они же дропшипы. Один бы зафокусил, один не зафокусил, два точнее не зафокусил, браток прилетает, все отбил. Но сейчас вторая партия может подъехать. Так, вижу по земле куда-то вот и пошел. Единственное, не понимаю, почему вот, при наличии армора никто не делал... А, вот браток сделал плюс один, но не делает плюс два. Для ТВТ ключевой грейд это плюс два, ребят. Почему? Потому что с плюс два танки в Сиджи с двух убивают ударов вообще. Так, приходит Губа. Не, здесь минами бесполезно сдерживать такое количество юнитов. Браток, кстати, приходит Mineral Only выбивать здесь, насколько я вижу. Надо рабочих отсюда уводить Губе быстрее. Иначе плохо станет ему сейчас здесь, на этой базе. Вот он сейчас отводит все. Можно даже сюда, наверное, сразу было бы перевести. Так, 10 цеху Бубу должен достраивать все-таки. Здесь все отбил, смотрите, 133-115 по лимиту, и здесь все вытеснил. Че Грейт не делает, интересно? Забыл Бубу про плюс 2, что ли? И лимита уже больше, чем у братка. У братка ультуры танки как-то тут строятся. Так, один газ здесь Буба точно выбьет братку. Вот этим вот танчиком, потому что он видит его. А вот с остальным, я думаю, проблемы явные будут. Опять вультура от братка приехали. Но опять же, я говорю, против такого количества уже голиафа танков вультура они не сильны. Так, здесь у нас тут дроп пошел. Буба привез очень много юнитов вниз, но... На мейн зато дропенчик пропустил. Но здесь одни танки практически в дропе. Я бы сказал, что это нормально для Бубы. Почему? Потому что он сейчас приедет, прилетит назад голиафами танками своими и сможет отбиться, по-моему. Нужно, главное, грамотно разгрузиться здесь. Так, куда? В разные места просто. Разгружается Буба, отбивает танчики вот этот дроп. Вышли КСМки на всякий случай, они же СС-вишечки, чтобы помочь здесь еще... Танки здесь в хлам все не укатывали. Да, все норм, отбивается. Браток восстановил, правда, Mineral Only. Здесь у Буба ничего не добывается. А вот, нет, здесь добывается. Но браток сюда, опять же, сразу дроп делает. Здесь нужно какую-то оборону на респе построить. Там, я не знаю, три танка, там, четыре галика разложить. Достроиться цеху, наконец-таки. Не будет нормально, кстати. Так, здесь Буба рабочий будет. Браток еще один дроп предпринял. Ну, вижу, что немножечко стоит у Бубу. Тут у танчиков в центре. Так, каким образом он этот дроп собирается убивать, я не знаю. Но похоже, что по земле собирается двигаться. А где все дропшипы Бубы? Ай, на муви галики идут. Не надо ходить на муви в первом старике. Тут. Они сами мины выбили легко достаточно.
ту базу на Минерлун или браток решил поставить, но нет, пресечена эта добыча легко достаточно. СССР пытается улететь, Голиафа будет ее бомбить. Прогрейд так Буба и позабыл. Сейчас газ ему браток здесь выбит, кстати, на второй базе. Кстати, при этом всем братка меньше лимита, что самое интересное, где весь лимит Бубы вообще? Так, ЦЦХу здесь надо достраивать, это очень важный момент, вот этот ЦЦХ. Браток высасывает тут все минералонли вообще в наглую. Но на респе больше ресурсов, я должен вам сказать, ребят. И это очень важный момент, потому что... Если Буба вот этот рез займет, а здесь карта на трех человек, то тогда он отсечет сразу вот эти базу в тылу, здесь вторую получается под себя застолбить, ну, как-то так. Так, очень много у Бубы минералов, 2900, но очень сильно не хватает газа. И становится понятно, почему он обосновался здесь вообще. Так, братка 1-0. Вот у него крутится, он вторую атаку делает, а Буба что-то забыл про апгрейды вообще, у него 0-0. Как было, так есть. Здесь хорошо, кстати, Буба засиживался, в том плане, что браток, конечно, выбил здесь все, но танки хотя бы неплохой урон здесь нанесли. Надо ЦЦФу поднимать, улетать или отбивать ее. Пустые дропшипы, к сожалению, в первом Старкрафте не увидеть. Пустые там, они пустые. ЦЦФу Бубу достраивает отсюда. Вот смотрите, сколько рабочих надо сюда сейчас взять, получается. Здесь ЦЦФу решил даже не поднимать. Ну, не знаю, и далеко улетать. Даже два галика ее, наверное, скорее всего, не отпустили. Самое главное, что по лимиту Буба до сих пор в плюсе. Так, прошу прощения. Так, спускается все вниз. ЦЦХа здесь готово. Два Голиафа танка. Браток уже и сюда летит. Но Буба полетел туда большим количеством юнитов. Он собирается застолбить, как бы, эту базу. И правильно, и правильно. Блин, почему грейда нету? Здесь должен был побиться, потому что у него больше в дропе. Но у братка уже вторая атака на танке есть, обратите внимание. И вот теперь его танки станут очень эффективно драться. Ай-яй-яй, все идет на мую. Да, раз-два минус танк, раз-два минус танк. Это уже очень плохо. Буба решил, что надо понапрягать здесь минералами. Тоже вультур начал добавлять, потому что здесь на этой карте очень не хватает газа, и постоянно перекос тут по вультурам идет, блин. Газ, здесь ЦЦХ в тулу на газу занял Буба. Надо вультуром сделать, конечно, грейд на скорость еще. Было бы. Пока этого апгрейда нет, но Mineral Only, конечно же, будет уничтожено. Браток уже тут, у него танки прям рядом с Бубой, то есть можно через оклик сюда поехать, как бы, и начать уже мейн убивать фактически. Буба на респе тут обосновался. Как я уже и говорил, танк вычинивает, все вычинивает здесь. На центре тут вультуры гоняют, плюс дропшипы летают. Куда бы здесь ударить? А я даже хэдэкова ударить. Так, пришли на мейн здесь юниты. Вультуры возвращаются, дропшипы возвращаются. Надо, конечно, все это дело отбивать. Сейчас армори еще лишится Бубу, блин. Ну и не армори было, грейды не делал, в принципе, мне ничего. Такс. Не, ну вот это уже не выбить просто так. Тем более танки с плюс 2. Ой-ой-ой, тут. Вот нужно только не дать факторки дальше убивать, как бы, и все. Для этого нужно засидеться здесь. Попытался бы проехать. Не, похоже, что это уже вот потеря позиции критическая была для него. Почему? Потому что мейн тут выбит, браток, часть мейна. А ему некуда залететь сейчас.
Так, собрался Буба наломиться, похоже, что ли. Ну, тут есть только одновременно дроп наверх. В два места хотя бы сюда-сюда. Вультуры одновременно и танки сзади одновременно. Другого варианта я не вижу просто. Браток по центру выдвинулся. Клан выдвинулся, кстати. К респу выдвинулся браток. Надо здесь дропнуться и засиджить танки просто. Так, вультуры поехали вперед. Вультуры, это вообще мясо в такой ситуации. На, пару минок, да, поставить. Добычу здесь начал сзади на минералон. Здесь танчиками Буба задефил, нормально. Самое главное, что только сейчас, браток, плюс пулемету вырвался. До этого как бы он не был в плюсе пулемету. А ведь у нас же Бо-3 это стадия в том числе, я так понимаю, да? Так, 164-145. Не, ну продакшн у Буба есть, армори восстановил. Блин, ну почему я не понял? Ну, ТВТ, что Буба не делал этот? Трейды-то не делал, не пойму. Тут уже просто юниты сильнее. Даже без Сиджа с плюс 2 танки нормально разваливал. Это не говоря уже о том, что в Сидже они слишком жестко разваливают. Поднять, здесь все равно много достаточно голиафов. Так, стритонисты сюда, чтобы браток совсем экса задал сейчас. На самом деле, всю игру по лимиту Буба в плюсе шел. Стратегического какого-то преимущества не было, но было все нормально. Но вот, как мне кажется, один из факторов, который здесь зарешал, еще не кажется, я уверен, это отсутствие плюс 2. Ну и, наверное, немножечко незнание карты Бубой, потому что видно, что он это... А с другой стороны, когда браток вот здесь базу занял, он ее практически сразу нашел третью. Начал напрягать. Сейчас здесь депохи сольются. Это уже плохо, конечно. Надавливает браток Буба мейн. Все, мейна у Буба не стало вообще полностью сейчас. Надо что? Факторки улетели 4 штуки. Надо восстанавливать на факторках, видимо, продакшн. А как что еще тут сделать? Здесь, в принципе, эту базу за собой застолбил. То есть получается у нас что? Здесь Буба Минерал Онли, за ним тоже должно это остаться, как бы. Здесь вторая база есть, а напомню, что вот на вот этих базах здесь минералов меньше изначально в этих минеральных друзах, как во втором Старкрафте называется, минеральных кучках. Там как-то, о, пока я тут разглагольствую, прилетел дроп от братка, очень большой, ЭГГ Буба пишет. Ну да, но если бы на вот этих респе получилось закрепиться, даже с основанием по лимиту можно было втащить. Почему? Потому что там было больше ресурсов, чем на карте осталось еще. Так, где браток-то ему?
Так, друзья. 1000 интересуется, как ему зарепортить походу победу. Браток что-то молчит пока. Чё он молчит-то? Так, я что-то не понял. Отписал же я братку. А не, он здесь пока, он не в игре, я так понимаю. Опа, Паша там что-то ожидает. Отлично. Здорово всем, пацаны. Пока что, короче говоря, смотрим эту. Потом, видимо, пойдем мы на ненадолго на ASL турнир. Посмотрим. Братка с Эксом я отдельно выложу, как бы матч получается, потому что пока они играют, тут это время пройдет. Что случилось-то? Что случилось?
Как мне экс-то добавить, не пойму, а где он только что был недавно? Здесь, блин. Теперь его не видно ни хрена. Во! Все, поехали, наконец-таки. Пока тяжело мне привыкнуть, но будем привыкать со временем, на самом деле, потому что... Здорово всем, ребят! Рекламку пильнул, помните про адлоки, подписывайтесь на премиум, ну и поддерживайте меня и мой канал, естественно, по возможности. Мы продолжаем смотреть Rus Brain Cup. С 12 часов. Ну что, братка с Бубой посмотрели, уже хорошо, как бы. АСЛ посмотрим, я думаю, там быстро будет все. И сюда вернемся. Все АСЛ надо глянуть. Бису Киллер, там единственный прот, по-моему, остается. Который может дальше пройти плей-оффе. Рейн вылетел. Ну а здесь Екс с братком играет, но на самом деле еще ведь счет может сравняться, и тогда будет уже действительно тяжело. Так, погодите, знакомая карта. Как она называется-то? Забыл я ее. Ну я понял, эта карта очень известная, и не раз я на ней играл сам. Из центра барак, как сделать сейчас? Да, Circuit Breaker это карта точно. Похоже, что браток ЦЦ-ху первую решил. А, нет, погодите, это ЦЦ-ха через барак, это не ЦЦ-ха первая, я вам соврал опять же. ЦЦ-ха через барак, газ. У Бубу тут марики на центре строят, второй вот вперед пошел бандит. Ай, получил выстрел марик Бубу от марика братка. Разведка туда и туда идет. Факта у Бубы почти готова. Сейчас два пацана зайдут в кабинет разваливать. Ну, кстати, Буба здесь первым бой принял, получается. Но все его Марик проигрывает. Браток Д строит этот бункер. Здесь два Марика у Бубы есть. Надо сваливать нафиг отсюда. Больше, что полез-то Буба Мариков потерял, но рабочий ушел, все норм. Не надо на бункер заходить, только ни в коем случае. Сейчас барак поднимается, ЦЦ сейчас будет заказан, будет гелик, этот не гелик, конечно, гелик, вультурка будет сейчас, и эта вультурка поедет контролить туда. Причем с газа снимал ТСМ от Бубу, чтобы ЦЦ-ху заказать, соответственно. Эй, куда, спалил ЦЦ-ху, браток, или нет? Не, спалил в последнюю секунду. Не показывается на карте здесь почему-то, что оппонент видел, вот не закрепляется на мини-карте в тумане войны там получается. Ну, бывает. Сообщайте, ребят, как дела, как у нас тут
по качеству стрима, если лаги, если что, может какие-то пожелания или советы, потому что я не шарю, как там на самом деле в ремастере здесь что там в некоторых моментах, да, там, может где-то что-то подскажете, что удобнее. Так, ну что, браток заблочил, смотрите-ка, заблочил браток проход. Ай, ультуру минуснул тремя мариками, все демеджены в пламовке. Три факторки браток строит. Три. Сейчас, да, да. Лаба на первой, ну, конечно, она нужна. Даже если это будут не танки, а тупо ультуры, им надо сделать скорость минки. А, две лабы даже пошло. Так, трэшу задисквалили на 10 лет за стрим опал. Это когда это сделали, я не понял. Прям сейчас, прям на нашем турике, что ли? Ну, какая-то из другого турнира инфа. Так, тут браток плюсничка по лимиту. Ну, бубица цеха начала добываться, все норм. Две факты строятся, третья. Есть армори уже. Братка, армори нет, например. Газ на второй пошел. Ну, пока я бы сказал, это более-менее равная игра, несмотря на то, что у братка она там на 10-12 лимита больше, потому что он в ультуру очень много заказывает. А в ультуре это два лимита, как бы, это, ну, с ними тяжело. Ну, пару танков через оклик в ультуру развалит, штук 8, на самом деле, ну, если мина ставить не будет. А, прямо сейчас? А это такой трэш-то вообще, это чей игрок-то? Счет. Блин, кстати, со счетом, да, здесь тоже тяжело, на самом деле, я уже об этом говорил. Так, наоборот, раз. Два. Вот так вот. Тебе кажется. Короче, все что-то обминировано наглухо. Три галика, четыре танка вообще. А почему на 10 лет-то бан? Через 10 лет уже ремастеры, тримастеры доводят просто по ходу дела. Так, выходит Буба. Ну, с ультурами ничего не сделать особо, я говорил, вот такому миксу, поэтому все норм. Пойдет ли он вперед сейчас? Да, идет вперед. А что у братка есть? У братка много фактурок и ничего, чтобы встретить вот этих юнитов. Бома у Буба один танк сиджа, один без сиджа. Так, Буба идет вперед. Браток, там танчики сидят. У братка уже минерлонли здесь есть. Ну, Буба, блин, Буба контролит очень прилично, я бы сказал. То есть он не дает юнитам вперед идти, как бы нормально. Сейчас возьмет братка в тиски тут, возможно, вообще. Да не, мне кажется, просто года, может быть, и достаточно бы было бы. Танк в позиции находится, что Vision не дает наверх. Смотрите, есть в StarCraft такие точки. Вот, например, смотрите, он на рампе стоит, и он вообще Vision не дает. Он просто потерялся, короче.
А как спалили, что он стрим палит? Что он там сейчас стримил сам и палил стрим, что ли? Я не понял. Или кто-то пришел к нему домой и написал. Так, 82-106, пользу братка. Ну, Буба взял братка, тут все скину. Надо бы, я бы сказал, что Бубе надо что сделать? Ему надо бы починить, вывести рабочих. Да, да, вот, вот, вот это не очень совсем, кстати. Три танка вообще раздробленных. Четыре, ё-моё, красные. Остальные демедженные все. Так, ну, вот танки Голиафа, они легко достаточно минки выбивают, ребят. Они не успевают до них долетать, потому что у них выстрел мгновенно достигает цели, как бы. Все, приехали, наконец-то, КСМ-ки, вычинивают все. Минируют браток сзади вообще. Так, все, бубец вычинил. И верхний тоже танк сейчас вычинит. Блин, вот много дома юнитов, А, Буба решил сразу третью газовую занять. Ну, значит, здесь прямо на позиции можно здесь ЦЦ-ху заказать. КСМ-ки поехали. Да вообще норм, все. Браток идет вперед. Вот здесь вот нет подсветки. Кстати, вот то, что танк вижена не имеет, вот он не видит, как браток выходит. Просто представьте. То есть он ответит только когда атака начнет. Так, поехало все вперед. С двух сторон заходят в ультуры, минируют все, браток. Здесь танки подъезжают сверху. Конечно же, он снимет здесь осаду, это очевидно. Не без потерь, но ультуры это минералы, это место, по сути дела, как бы. Так, все, Буба начал 12 добывать. Надо выводить вот сюда, вот просто позицию занимать, иначе браток туда, если к 12 его пустить, ничего хорошего дальше не выйдет, на самом деле, из этого всего дела. Все, позиция в центре занимает, а у братка тоже, смотрите, 6 начало добываться, еще и минерлонли добывается. Так, по факторкам 5 здесь у Бубы, у братка 1, 2, 3, 4, 8 уже у братка, но тут вультуры в основном строятся. То есть то, что вы смотрите сейчас по лимиту, разница на самом деле, как бы, здесь если позиционная война начнется и Буба ошибаться не будет, эта разница на самом деле нивелируется в перспективе, потому что вот это все, это, ну... Да, эти ультуры могут заехать и перевернуть, но также они могут приехать, вот, вот такой, такой, например, как у братка сейчас тему, разбиться просто и все, и ничего не сделать. Так, наверх идет, хочет он защитить свою верхнюю вот эту базу, потому что здесь действительно надо ее защищать. Здесь-то прирост будет, а вот сверху, да, здесь попробую еще задать. Опа, Буба вперед поломился. Кстати, 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 надо только на муве не сливаться, аккуратнее надо быть, прям под танки братка Буба сидится неаккуратен, он был сейчас, куда ж ты, Буба, едешь-то? Это отдача была только сейчас, что жесткая, очень жесткая отдача, на самом деле, если браток сюда вот поедет, то он может и убить сейчас респ, мне кажется. Надо просто вот здесь было засиживаться и отсечь, короче, свой респ, Буба решил, что сейчас развалит кабинет, всему здесь, что есть у братка, но... Танки были не согласны. Так, куда эти-то поехали? Чуть не понял. Куда далеко там был? Погнал сейчас. Так, браток сам вперед идет, Буба сидится. Ультуры сзади танчики. Третий куда-то уехал вообще. Что это за танк такой? Воевать не хочет. Братка уже пятая ЦЦ-ха. Буборез пришел построить. Ну, базы, браток, как-то эту игру гораздо более уверенно Паша проводит сейчас, ребят. 171-105 по лимиту, по-моему, здесь почти понятно. Фигаминки так не... Вы видели, что вообще творится? Да я такого даже раньше не часто наблюдал.
Минки просто от отсюда сюда приходят. Ну, то есть они захватили снизу цель наверх, но надо было обойти. И она ведь долетела отсюда сюда, прямо вот в танки те два, которые погибли с последующего залпа. Отбил Губа все-таки свои 12 часов, но... Братка что-то много вообще. Что-то очень много здесь братка. Ай-яй-яй. Достало 10 минут. Есть депоки. Выбьет Буба, Буби, браток, конечно. Райтон попытался здесь. Ну, один танк минуснул Буба. Готова ЦЦха на респе, но она не добывается никак пока. Так, здесь культуры что-то ездят, отдаются. Не надо их ездить отдавать. Можно здесь через центр выехать. На самом деле достаточно много юнитов. У братка просто здесь пак. Вот в первом старике, казалось бы, лимита много, но попробуй ты все это еще пошли там, проатакуй, чтобы все это, блин, поехало. Здесь уже база у братка тоже есть. Но 190-140 можно развалиться в первом старике. То есть, если все будет ехать на уве, а тут, например, в Сиджи танки будут, то все, о, все нормально, может быть. Так, вот раз Буба грейды делает хорошо, но не поздно ли. Братка уже плюс 2 делается, ой-ой-ой-ой. Здесь танк дал предупредительный такой. КСМ-ку все равно строить не добил. Буба 200, братка. Здесь у нас что-то все стоит у Буба внутри, получается, не выходит. Ой, сколько вольтур поехало вперед, жесть. Как на осиджится Бубе, иначе как бы можно развалиться. Браток приходит, у него тачек больше контрола тут, по-моему, штука. Да больше 12, стопудово. Все засиживалось, Буба тоже засиживался. Мясо идет жестко. Видите, лимит-то почти сравнялся. Вультуры братка развалились. И все, дальше ему зайти уже тяжело на самом деле. Ну вот он занял такую позицию, что отсек Бубу от своих 12 часов. Сейчас может туда поехать. А, здесь еще и Минерлон Лебу перелетел. Отбился Бубу, смотрите-ка. Ирина Респеда обычно началась, кстати. И тут три танка уже. Ё-моё. И вот уже, я же говорю, ребята, первый старик. 166-143, уже нет никаких 200, там 120. Вот уже и лимиты близкие. Вот уже и у Бубы плюс один грейд готов. Вторая, правда, атака не так. Так, здесь браток прилетел, дробнулся, но тут... отобьется, надо танчики вычинить единственное. Вот этот красный обязательно надо вычинить. 4 аж КСМ Буб на это все дело выделяет. Так, хочет очень сильно выбить братка отсюда. Но тяжело. И врать тоже не поможет. Ой, Галик сейчас развалится. Плюс 2. Вообще в хлам. На Минерлон ли атака идет? Это плохо. Отступает Буба. Да, нет, опять, ребят, браток очень быстро 200 делает. У него фактора просто нереальное какое-то количество. Благодаря тому, что ультура очень быстро строится, блин, очень... очень хорошо все получается, ребят. Буба пишет ГГ. Можно еще, конечно, было пободаться, но тяжело. Тяжело, скажу я вам. Ну что ж, замечательный матч мы посмотрели. Сейчас давайте-ка на ASL я гляну, что там происходит вообще. Скоро там игры-то начнутся. Так. Пока выйду из старика, ребят. А вон, началось все уже. Стоп-старт, ребят, сделаю еще, чтобы запись, чтобы я...